Ребята, варим креветочку. Непочатый край работы. Переварим, заморозим. И будем употреблять. Всего лишь навсего вода и соль, ребятки. Минут 10-15 закипит и вперед. Креветушечка. О, идет полным ходом, ребята. Так что приезжаем и ловим. Не сильно крупная, но и есть, ребятки. Как семечки будем кушать. Ребятушки, скажу вам не добрый день, а полной ночи. Смотрите, какой лов, ребята. Это 6-килограммовые... Что мы загонщики. 6-литровые креветки. Сними, что мы два загонщика. Смотрите, ребятки, и удивляйтесь. Сколько? Раз, два. Короче, еще людям дали 6 баклажек за полчаса, ребята. Вот такая креветочка. Давайте поближе вам покажу. Так что, ребятки, приезжайте и ловите. Глянь какая, сними на ладошку. Коля, не трогай, Коля все сделает, не трогай, жалко. Не, Коля идет спать. Да секрой, ее надо бросить. Лучше вас огончика сними, не надо, Лен. Вот такой уловчик, ребятки. Так что, ребятки, пошла креветка на Азове в Кирилловке. Приезжайте, ловите. Не надо никому. И кукуруза пошла. Кукуруза плавает прям. Прям с креветкой. И креветосик. Ты что, не стираешь пальто? Остальное просто морозим. Да, все, ставим лайки, дизлайки. Всех до новых встреч. Лучше заводчик, да? Вот вы видели, пацан.